Несколько часов назад в аэропорту столицы Коми приземлился второй Ан-24. Самолет поступил в распоряжение Коми Авиатранса и теперь будет осуществлять внутренние перевозки по республике. Напомним, задачу восстановить авиасообщение между населенными пунктами в регионе ранее поставил глава Коми Владимир Уйба. Для этого регион усилится самолетом типа Ан-26, который будут использовать для медицинских и поисково-спасательных операций, а также тремя Ан-24 для пассажирских перевозок. Ранее самолеты такого типа уже летали на местных линиях и доказали свою надежность и стойкость к северным погодным условиям. Нами проделана очень большая работа. Машины потребовали большего внимания, но только после всех проверок, выполненных работ, они пришли сюда в полной летной готовности. Экипажи подготовлены, экипажи у нас очень опытные, потому что Север не любит дилетантов. Это очень опытные парни. В свой первый внутририспубликанский рейс легендарная «Аннушка» отправится уже завтра в Воркуту. А совсем скоро из Сыктывкара авиакомпания будет выполнять полеты еще в Усинск и Усть-Цириму. Количество маршрутов планируется постепенно расширять, при этом главными приоритетами останутся безопасность и комфорт для пассажиров.